часто, часто ты понимаешь, что ты сделал только потом. Я просто хотел... Я очень люблю клоунаду, но ненавижу клоунов. Все, что часто вижу вокруг себя. Мне кажется, это искусство оно заслуживает большего. И я хотел найти такую клоунаду, которая бы отвечала как бы моему сердцу и любви к этому искусству, этому великому искусству. Я думал, почему современные интеллектуальные люди не идут в клоунаду? Значит, что-то там такое нехорошо в этом искусстве. Поэтому я начал искать другой язык и современные темы. Потому что очень много столетий клоунада повторяла себя. И было, как будто она родилась в 16 веке и продолжает там жить. И поэтому я просто пытался найти, какая она может быть сегодня. А поэтому все, что у меня внутри было, я попытался вместить в этот театр.